Андрей Гаштов работает в драмтеатре 2,5 года. Художник по свету – это участник спектакля. Можно сказать, актер, которого не видят зрители. Самая главная, наверное, обязанность – это придать настроение сцене, ну, по замыслу режиссера-постановщика. Именно там, если трагичность какая-то, там определенный там, свой свет, там темные сцены, лунный свет, там ночь создать. Конечно, там используются, да, определенные цвета. Андрей Гаштов говорит, с помощью света можно из молодой девушки сделать даму почтенного возраста и наоборот. Под определенным углом подаешь свет, тенями рисуешь ей на лице. И возрастные можно морщины сделать, и все что угодно. Если помоложе хочешь, со лба там больше даешь, чтобы как бы скрадывались вот эти вот тени под носом, под глазами. В копилке художника по свету Андрея Гаштова уже около 20 спектаклей. Их он знает наизусть, чтобы встречать определенным светом актера на сцене. Спектакль без света – это мертвый спектакль. То есть создание настроения, создание картинки, создание антуража какого-то. То есть это идет все свет. Марина Антуганова, Константин Белов. Наше время.